Всем привет! Сегодня я решил сделать новую часть Форт Боярда. Часть номер 6221, ну или что-то такое. Сегодня, конечно же, у меня будут новые соперники, новые режимы, новое противостояние. И затащит, как обычно, только один, самый сильный. Кстати, чтобы было интереснее смотреть, можно сделать так. Когда я буду показывать комнату, вы выберите какой-нибудь ник, ну, человека, который, по вашему мнению, сегодня затащит, и напишите в комментариях. Ну, а в конце посмотрите, угадали вы или нет. Ну что ж, все тогда, давайте начинать. Ничего себе, что это за ник такой красивый? Я тоже хочу себе огоньки добавить. Классно выглядит. Ладно, первый режим у нас будет называться Teamplay. В общем, вот такая вот карта, которую нам нужно пройти. Здесь, конечно же, каждый попадается со своим тиммейтом. И нужно прибежать к финишу, то есть к хилке, как можно быстрее. Команда, которая будет последней, та и вылетает. Да, сразу два человека. Поэтому я очень надеюсь, что мне повезет с тиммейтом. Ну, погнали. Ну что, с кем я тут? А, я с этим. Окей, нормально, нормально, побежали. Антитоксик. Так, бежим, бежим быстрее. Надо быстрее. Так, ставим, ставим. Отходим. Так, так, далее, далее бежим. Ну, я, наверное, поставлю три гаджета. Ой, куда я по замедлению бегу? Что я делаю? Надо быстрее бежать. Так, быстрее, быстрее. Блин, там наслева кто-то обходит. Что такое? Мы не успеваем, похоже. Так, быстрее надо, быстрее. Так. А все, у меня гаджеты закончились. Антитоксик, тебе надо вперед. Блин, я надеюсь, он понимает это. У меня гаджетов больше нет. Давай, давай, антитоксик. Давай, давай. Блин, как же долго. Все, финиш, финиш, финиш. Бежим, бежим. Нет, там уже стоят люди. Мы что, последние? Нет. А, нет, мы не последние, повезло. Ну, я уж думал, что такого не может быть, что мы последние прибежали. Все, вылетает тима слева. Побежали. У нас обычная гонка. Давайте здесь побежим, чтобы не со всеми. А то как-то... Ой-ой-ой! Что такое? А, что? Я сейчас могу умереть просто. Сколько хп я потерял? Ой, это очень плохой старт. Просто ужасный. Ладно, давайте камбэчить. Так, сюда. Почему здесь все бегут? Что это такое? Ладно. Так, сюда, сюда. А, все, я уже не последний. Странно, я так плохо начал. Так, ну давайте наверх. Почему-то сюда никто не бежит. Странно, странно. Так, сюда. Ну, я там прибегу где-то вторым, третьим, что-то такое, примерно вот. То есть я последним точно не буду. Вряд ли я вылечу. Ну, если что, остальные там тоже знают, как бежать. Я всем дал время, чтобы поизучать карту. О, нормально, я всех догнал, даже обогнал. Что это? Все. Первое место. А, кто-то слился у нас. Все, он и вылетает. Кто-то у нас слился. Я, кстати, вообще не туда улетел. Нас остается все меньше и меньше. Ну, я, как всегда, тащу, как бы, скилл, сами понимаете. И сейчас у нас режим прятки. Надо просто попытаться как-то спрятаться от Була. И не попасться ему. Так, ой, ой! Блин, я случайно пошел влево, я вам отвечаю, просто случайно. Фух, это было очень жестко. Там просто миллиметр, наверное, остался, и он бы меня заметил. Жесть. Так, давайте держаться около него. А, кстати, он кого-то спалил. Давай, давай, убивай его, убивай. Так, ну что, он догонит? Ой, я опять спалился, блин! Черт, эти узкие проходы. Так, ладно. Вроде нормально, я живу. Так, ну где был тут? Так, отлично. О, он попал по Михе. Все, выноси, выноси Миху. Давай, давай. Не, Миха, куда ты... Ко мне ты ведешь маньяка. Все, минус Миха, хорошо. Он вылетает, но это было близко. К
Как же давно у нас не было этого режима. Гонка на броках. Так, ну ладно, я здесь раньше всегда тащил, поэтому попытаюсь и сейчас затащить. Все, побежали. По смайлику, так, надо осторожно. Кто-то уже вырвался вперед? Ну ладно, будем камбэчить. Так, о, вот и карма называется, да? Видели, как он кинул смайлик, потом улетел? Так, обходим это. Нельзя подставляться. Так, нормально, бежим. Кстати, сейчас можно будет гаджеты со второго круга. А, все, можно гаджеты. Так, блин! Что это? Какое-то сообщение там выскочило. Ну, потом посмотрю. Может быть, что-то важное там? Хотя, что там важного? Ничего важного там быть не может. Потому что с военкоматом я уже разобрался. Ну все уже. Я не знаю, кто тут меня догонит, но надо пробежать еще один круг. Да, поэтому, в общем, с военкоматом я там разобрался. Все нормально. Завтра ухожу в армию. Да ладно, шучу. На самом деле там это... Мне дадут военный билет скоро. Ну, как я его получу, вот тогда вам расскажу эту историю. Потому что заранее как бы радоваться такое себе там. Расскажу, да, там историю, как я откосил от армии. И потом из военкомата мне позвонят. Скажут, что это такое? Мы видели видос у тебя на канале. Все там, завтра в армию отправишься. Так, ладно, я, значит, прибежал первым. И последним, к сожалению, прибежал антитоксик. Жаль его, он вылетает. Неужели он реально нарушал правила? Да ладно! Он заюзал гаджет на первом круге. Люди были правы. К сожалению, наш Джокер нарушил правила. Возможно, он не специально, а случайно это сделал или просто не знал. Но, к сожалению, он вылетает. Ну а сейчас... Блин, как же называется этот режим? Я забыл. Ну ладно, неважно. Здесь надо ультой попасть в черепки. Сломать их. Ой, я что-то не попал. Так, еще раз. Вылетает тут последний. Режим такой на меткость. Да блин, я не могу попасть, что такое? Раньше же... Фух, все, наконец-то, залетело. Так, дальше проходим. Так, я с каким-то профессионалом тут. Вот. Найс, залетело. Дальше идем, давай. Так, хорошо. Ну и все, здесь финиш. Так, финиш как здесь проходится-то? Вот так, что ли? Ой, не так немножко полетело. А, в принципе, так и было задумано, да. Я так и хотел, на самом деле. Все, изи победа. Но если честно, у меня небольшое преимущество перед остальными людьми, потому что я уже знаю эту карту. Но с другой стороны, они же смотрели мои видео, да? Они тоже знают, как здесь надо действовать. Поэтому я считаю, что преимущество у меня, ну, вообще незначительное. То есть, если тут какой-то профессионал будет, то я думаю, он меня вообще на изи обыграет. Ну, кстати, профессионал здесь есть, но он занял вот второе место здесь. Так, ну что, кто же из оставшихся затащит? Патрик, давай. Я болею за Патрика. Это Макси Киллер. Ну что, он прошел? Нет. По-моему, один кто-то попал. А почему он не идет сюда? Один человек попал сюда. Странно. Патрик прошел, красава. Ну а сейчас я решил сделать один прикольный режим, который называется пенальти. По результатам этого пенальти два человека попадут в финал, ну а два вылетят. В общем, здесь все просто. Нужно всего лишь поймать три мяча каждому человеку. Ну там посмотрим, сколько кто поймает, и два уже вылетят. Так, ну что, ты готов, антитоксик? Готов, да? Так, он, значит, на Мортисе должен поймать. Ну давай, лови. Так, куда покинуть-то? Давайте как-нибудь вот так. О, да, он не попал. Ну, точнее, не поймал. Хорошо, отлично. Ну так и было задумано, на самом деле, да. Теперь второй человек кидает, давай. Давай, Патрик. Забиваем его. Так, ну что, посмотрим. В смысле? Патрик, кидай мяч. Давай. Так, ну что?
Забьет или не забьет? Ну, если он опять не поймает, то это очень плохо для него. Это уже с 99% вылета. Он поймал. А что такое, Патрик ему просто в середину дал? Это вообще нормально? В середину кидать? Так, ну что, ладно, давайте тогда следующий, третий наш участник, который не смог набить ульту, к сожалению. Он что, не хочет кидать, что ли? Ну что он делает? Ну блин, каждый должен кинуть по разу. Ладно, он настроился ловить, видимо, давайте я, что ли, кину тогда за него. В общем, он мне доверяет свой бросок, да? Хорошо, давайте я. Но я кину жестко. Давайте вот так. Нет, ну как он не поймал? Ну что такое? Один из трех. Это очень плохо. Наш второй участник это Про. Вот, он со мной в команде сейчас. Но я тоже ему буду кидать. Как бы, какая разница? Сейчас каждый сам за себя. Ну что, Про, давай, лови. Ты же Про. Нет! Что? Он поймал! Он реально Про! Вы видели вот это да? А, что это было, Патрик? Надо ультой кидать. Патрик что-то без ульты кинул. Кстати, Патрик слишком близко стоит, по-моему. Ой, нет! Вы видели этот обманный трюк, да? Он просто в середину кинул, а пропрыгнул. Ну ладно, не повезло, давайте я теперь. Так, стоп, а я не вижу ворота. Блин, я не вижу. Что это такое? Не, это какой-то бред. А, давайте лучше антитоксик кинет. Ну, потому что я вообще не вижу, куда кидать. Давай, антитоксик. Пуляй. Так, сейчас про... зачем? Что делает Патрик? Да, Патрик, а я думал, мы друзья. Что с ним случилось? Что с ним случилось? Ладно, продолжаем. Все нормально, ничего не было. Он просто мискликнул. Так, антитоксик. Вот куда так близко они подходят? Ну ладно, один из трех, но я не понимаю, они реально подходят близко слишком. Это очень жестко. Сейчас решается, попаду ли я в финал или нет. Два раза надо, по идее, поймать, и все. Все нормально. Так, ладно, я готов. Кстати, наверное, без прыжка надо. Вот так вот, мелкими прыжками. Так, ну все, я готов, я готов. Я поймаю. Так. А, нет, он так кинул неудобно. Жесть. Да. Ноль из одного пока что. Не знаю, он так кинул ужасно прям. Я что-то побоялся прыгать. Ну что? Фух. Один из двух, хорошо. Так. Последний, последний. Надо поймать. Надо обязательно поймать. Так, так, так. Ну что, давай, кидай уже. Блин. Я смог. Изи. Я в финале. Два из трех я в финале. Хорошо, это было жестко. А теперь последний, это Патрик. К сожалению, у нас тут небольшая проблема. А у Патрика нет Мортиса. Поэтому он позвал какого-то своего друга, который сейчас вместо него будет ловить. Сейчас посмотрим, поймает он или нет. Так, давайте, давайте, давайте мяч. Ну что, Патрик, ты решил, значит, поставить свою судьбу на своего друга. Ну ладно. Сейчас проверим. Так, ну давайте максимально неудобно кинем, вот как мне кидали, да? Вот так. О, он не поймал, хорошо. А, так, 0 из 1 пока что. Что-то друг Патрика его как-то подводит. Может, он вообще не друг ему? Может, он так просто решил все ему испортить? Ну, как когда-то, знаете, вот был человек, Крафтер Дэн его звали, который портил все мне. Так вот и этот человек. Ну, не-не-не, он поймал. Все нормально, один из двух. Все, последний раз. Если он поймает, он в финале вместе со мной будет. Ну, я имею в виду Патрик. Зачем? Зачем Про так близко подходит? Нельзя, нельзя на красную линию заходить. Что он делает? Он не понимает этого. Так, это гол, но... Все, я придумал систему, смотрите. А сейчас я буду на воротах, и кто первый мне забьет, тот и попадает в финал вместе со мной. Так, первый кидает, значит, антитоксик. Но я постараюсь поймать, конечно. Постараюсь. То есть я никому поддаваться не буду. Так, ну что он не кидает-то? Я уже настроился ловить. Где мяч? Почему он не кидает? Блин, я начинаю волноваться.
Фух, я смог. Хорошо. Так, теперь право кидает. Давай право. Так. Ну что? Да почему он тоже ждет? Ну что это такое? Ну кидай ты уже. Ну блин. Ну что это? Где мяч? Я уже устал прыгать тут. Отличный удар, отличный удар. Жаль, что мимо ворот. Как можно было так промазать? Объясните мне. Ну, он настоящий про. Так. Фух, это было жестко. Я еле-еле поймал. Так, идем дальше. Идем дальше. Так, ну что? Да где мяч? Изи, изи, я смог. Слушайте, я так держусь прям хорошо. Я прям, ну, на каком-то чемпионате так жестко держусь, ловлю все. 5 из 5, по-моему, я поймал. Или сколько? 4 из 4. Так, ну где, где мяч? Ну давай мяч-то уже. Что он крутится там? Еще бы дизлайк кинул. Нет, я не успел, я в другой стороне был. Блин, все. Про попадает в финал, повезло. Ну что, делайте ставки, кто же затащит, про или второй про? На кого вы ставите? А сейчас мы будем выживать от метеоритов вот на этой карте. Все, погнали. Я так понимаю, надо ждать где-то секунд еще 15, и тогда они уже полетят. Тогда начнется веселье. Ну ладно, про, посмотрим. Ой, уже полетело, что? Ладно. Нет, что, как увернуться? Куда уходить? Вот, давайте лучше по воде, да. О, коктейль, так, надо брать его обязательно. Нет, метеорит. Я взял. А, нет, я не успею. Блин. Хорошо, что у меня хотя бы скорость. Так. Бежим сюда. Почему так жестко? Что происходит? Просто метеориты в нас летят. Они не останавливаются. Я опять коктейль взял. Но метеориты не останавливаются, почему? О! Что я выиграл? Вот это да! Я затащил, это было очень классно. Не, на самом деле мой тиммейт, ой, точнее мой соперник тоже пытался. Тоже хорошо себя показал, но повезло именно мне. Ну что ж, получилось классно, спасибо за просмотр, всем удачи. Затащил про, всем пока.